И вновь, друзья мои, здравствуйте. Сегодня предлагаю обзор ящика Дом.ру, он же Диван ТВ. Ну, сразу же, что хочется сказать, ну, сломанный ящичек-то, ну, ломали, ну, не я. Рядом лежит крышечка дюралевая, да? Лямбда Про Вектор. По-моему, это модель без мониторинга, да? Без мониторинга, ну, давайте посмотрим, да? Открываем аккуратненько. Ну, в целом, сколько вот не замечал, вот именно вот так вот ящики Дом.ру и выглядят, да? Вот именно так вот они и выглядят. Ну чё, ну типа оптический как раз, да? Из которого вываливаются прямо оптические подкорды. Ну, закрыт рамочкой, да? Закрыт рамочкой спайс-пластина, да? А на вторую место уже не нашлось. Вторую уже в свободном состоянии подвесили. Ну, работает и работает. Вектор телевизионный, вход один оптический, да. Дальше раздается все по коаксиалу. Осмелюсь предположить, что вот там вот где-то делитель. Ну, даже не будем трогать. И аж на три коммутатора, да. Че хоть за коммутатор, да. Ну, D-Link вижу, что D-Link. D-Link-то какой? Дыринг-то какой? Ага, все, вижу, какой дыринг. Вижу, да? 12-20, ну, все, видимо, такие. Ну, не используют Дом.ру. Патч-панели не надо, правильно? Нафиг они нужны, это проблемные себе больше находить. Обжимают 25-парку напрямую, да? Самое смешное, свободных-то не вижу, а? Чё, три коммутатора по 24 порта. Первый основной с оптическим входом, два других через гигабит подключены. Ну, допустимо, наверное, и еще гигабит куда-то уходит, вообще неизвестно. Ну, в общем, если в двух словах и коротко, вот так вот интернет и телевидение от Дом.ру и приходит вот так вот. Вот так вот все интернетом и пользуются. О, что, даже ключи еще какие-то, да? Ай, не будем ничего трогать. Пацаны себе тут загашник положили с ключами. Ну, еще разок сидит. В общем, вот так вот закроем. Обязательно закроем, чтобы ничего не случилось, да? Вот так вот.